Всем привет! С вами группа Five Star. И от всей души мы хотим поздравить вас с Новым годом, пожелать вам счастья, любви, и пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Друзья, любите друг друга, берегите друг друга, обязательно доверяйте друг другу, и пусть в Новом году счастье приходит в ваш дом все чаще и чаще. Желаем успехов в труде и обороне, и чтобы все ваши начинания и планы сбывались. Ну и, конечно же, не забывайте смотреть FMTV. Слушать группу Five Star. А что же нас ждет? Какие пожелания? Посмотрим, а? Вот здесь нам приготовили влюбиться по уши. Как раз то, чего не хватало, да? Да, обязательно в Новом году влюбимся по уши, и, может быть, даже по самый мозг. Привет, с вами Лена Князева. Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Пусть в Новом году все мечты станут реальностью. Счастья, спокойствия и стабильности вам. Ну что ж, а сейчас посмотрим, что же в Новый год пожелает эта елочка мне. И на меня смотрит вот эта далекая конфета. Что же здесь написано? Попасть в журнал Forbes. Друзья, я не обманываю. Ну что ж, я думаю, что когда-то эта мечта станет реальностью, как и у вас. Оставайтесь с нами. С вами была Лена Князева. С праздником! Мягкий свет, тишина. Мы с тобой стали ближе, и рассвет из окна. Словно впервые вижу, нам слова не нужны. Мы понимаем мысли и уже
важны. Не облетевших листья и остался только хмель бессвязных реплик, свежих стяблоков, счастье в ста часов. Мы свободны стали, и в холодном мире мы нашли себя, мы нашли любовь. Мир погас, замолчал, и тихий шепот ночи стал началом начал. Вечности миг отсрочил, я смотрю в пустоту. Хочется молча плакать, обнимая мечту. Сердце не буду прятать, и остался только хмель бессвязных реплик, свежих стяблоков, счастье ста часов. Мы свободны стали, и в холодном мире мы нашли себя, мы нашли любовь. И остался только хмель бессвязных реплик, свежих стяблоков, счастье ста часов. Мы свободны стали, и в холодном мире мы нашли себя, мы нашли любовь. И остался только хмель бессвязных реплик, свежесть облаков, счастье ста часов. Мы свободны стали, и в холодном мире мы нашли себя, мы нашли любовь. И остался только, и остался только хмель бессвязных реплик, свежих стяблоков, счастье ста часов. Мы свободны стали, и в холодном мире мы нашли себя, мы нашли любовь. И остался только хмель бессвязных реплик, свежих стяблоков, счастье ста часов. Мы свободны стали, и в холодном мире любовь. Дорогие друзья, я поздравляю вас с Новым годом и с Рождеством. И пожелать вам в первую очередь хочется того, что себе очень желаю от всей души. Я желаю нам всем прежде всего веры в себя, потому что то, во что мы верим, становится нашей реальностью. Я желаю вам веры в свои силы, веры в свои возможности и силы вдохновения совершать самые смелые поступки, потому что побеждают в жизни те, кто берутся за то, за что другие браться не решаются. С Новым годом и Рождеством вас! Так, а что мне приготовила сегодня елочка? Вот эта конфетка мне больше всех нравится. Сейчас посмотрим. Получить Феррари от поклонницы? Можно поклонника. Вы знаете, что скажу? В Феррари я не нуждаюсь. Меня, в общем, вполне устраивает моя машина. Поэтому Феррари я желаю получить тем, кто о ней мечтают. С Новым годом! Ваша Наталья Власова. Зачем вы думаете, каждый год лето сменяют вновь холода и ненастье? Все для того, чтобы в волшебную полночь закрыть глаза и задохнуться от счастья. Зимой, когда становится белым год, люблю метель на улицах и хруст под ногами, дышать колючим воздухом, подняв выше ворот, и петь о том, что будет все еще между нами. Зачем вы думаете, странный прохожий рассыпал снег за углом?